Ой, ребята, всем привет, с вами Василиск, и мы начинаем Star Ladder, группа ВЛС, и с вами Star Ladder, как, в общем-то, я и говорил. Так, и сейчас в Эйкинг Капе 49 идет турнир на Старладере, в общем-то. И две команды, Дайер Рэдиант, Дайеры у нас забанивают Дарксира, Гирокоптера, берут первым пиком Фуриона, Рэдиант банят Бэтрайдера, Виспа, и первые два пика у них это Дестройер и Никс, Ассасин. Так, Дайеры пикают Висаджа. Вот. И сейчас будет третий бан, наконец-то. Банят с дайерами Shadow Demon, то есть они знают то, что может быть, скорее всего, кипер или что-то будет с сетки Shadow Demon, и поэтому решили наркоманы забросить именно Shadow Demon. Так, Кунку тоже, в общем-то, банят команда Radiant. Банит Салон Друид. И предпоследний бан у нас идет. Последний бан. Что же это будет у нас? По сути, Фурион, Висаж. Значит, Висаж сейчас будет еще один саппорт идти. Фурион пойдет в лес, или же будет мид или хард, ну, в зависимости от тактики команды. Потом будет Свен, и мидера не хватает. Эти Фурион, скорее всего, лес будет, Висаж, потом еще один саппорт будет, хардер, и как раз-то у нас кэрри. Внизу же, это, Дестройер будет чистый у нас мидер, Никс пойдет, и Никс будет как саппорт, то есть сейчас возьмется еще один саппорт у команды Рэдиант. Возьмется... О, Вивер. Вивер это будет харда. Вивер харда. Значит, остается саппорт и кэрри. Команда Radiant. Так. Пикается Вайпер. Вайпер, как я понял, будет или мидер, или кэрри. Так, бан ДК. Раган Кнайта. Так. Так, вон друид. Еще повторяю, то, что это у нас турнир Star Ladder идет. Так, ну тут сейчас, или будет сейчас Radiant пикнут саппорт, или же будет это кэрри, потому что им именно кэрри или саппорта не хватает. Под данную ситуацию, может быть, Кэрри, не знаю, Гуля, может, будет взята, или Фантом Лансер. Может быть, что-нибудь. Саппорт, конечно, скорее всего, что-то такое станущее. Я вчера видел, например, был неплохой пик, Никс и Шейкер. Кто вчера стрим смотрел, Старладера тоже.
Вчера был Никс и Шейкер в паре. Потом, помню, Никса брали и Алхимиков какой-то бой. Потом Алхимика Луна была. Ну, посмотрим, что, чем порадует нас команды. Блин, почему так все долго? Дали по 30 секунд каждый игроку. Так, Лина. Лина, Никс, Лина. То есть это будет два стана. То есть сначала Нюкс будет давать стан свой. Потом Лина дает огненный стан. Плюс нанесение дамаги. Потом и Драгонслайер. И будет уже добивать какой-то кэрри, которого они пикнут в конце. Лондруида забанили, ДК забанили. Драгон Кнайта. Так. Что? Ну, сейчас, скорее всего, будет бан кэрри, потому что не хватает именно кэрри дайром. Рэдиант, да, бан. Гулю банится. Да, это было Гуля забанено. Фантом Лансер банится, то есть мы сейчас можем увидеть Свена, Луну и многих других кэрри, включая Ситера. Потому что в основном два пика самых лучших кэрри на данный момент это Гуля, Фантом Лансер, Луна и, в общем-то, все. Это такие топ-3 кэрри, которых чаще всего пикают под все это. А так, потом помню, какой Свен идет, а потом уже все остальные. Кунг вот неплохо тоже, на миду. Но Кунгу забанили. Поэтому сейчас выбор как раз таки кэрри ведется у команды Radiant. Разор! Мы увидим Разора! Нифига себе. Как часто я его не вижу. Я последний раз видел это у команды DPVZ Разора, когда они с Виспом играли. Против DPVZ команда играла соперников с Разором и Виспом и выиграла DPVZ. Был такой бой. Вот. Так, и последний пик команды дайеров. Сейчас должен быть тоже кэрри, в общем-то, взят. Потому что вайпер, скорее всего, будет мид стоять против дестройера. Харда будет... Или харду они отдадут, и будет пропит стоять в лесу. Харда будет пустая. Висаж с лундингом будет стоять с вайпером. Все это трипла. И сейчас... вайпер будет в миду. И сейчас Висаж, ундик, и вот, которые сейчас возьмут кэрри, будет стоять в трипле, скорее всего. Так, какой же бан кэрри будет, ой, точнее пик кэрри будет у наркоманов? Так, Дарскай берет Вивера, ICD Разера, GTV берет Никса, Трейн берет Висаджа, Агару берет Пропита, Тэш берет Вайпера, Валькер берет Ундинга, то есть Замбака, и Джутра берет Огрмага. Ункамон берет Лину, и сейчас последний должен герой, в общем-то, взять. Да, команда
Наконец-то стартанули. Покупается куча смоков. Каждый из команд. Сейчас будет мясо. Так. Добитого вот нету крипов. Сейчас, может, интерфейсик немножко поменяем. Вот на такой вот красивый фон. Да, очень хороший, кстати, фона есть. Вот этот под эльфов заточенный. Вот этот неплохой. Снова пауза, зомбак улетел. Ждем зомбака. Я думаю, он скоро зайдет. Ой. Нет, ундинга очень часто берут зомбаря, потому что у него есть тамба. Его довольно-таки часто берут. Просто, особенно когда пик, когда его только появился, он в своем моде. То его очень часто брали, да, в общем-то, и топовую команду его очень часто брали, тупо из-за тамбы, которая просто уничтожает под БКБ даже. Там же зомбари появляются, они тупо физически дамагом бьют. Их так много. Да еще когда сирена просто вот так пройдет, я помню, тамба плюс сирена, зомбари все это, все их больше становится, они просто загрызают противника полностью. Они не бьют, когда главная песня сама идет, а потом, когда уже отжимаешь песню, сирены, они просто загрызают. Потом какой-нибудь еще стан туда дать и все. Поэтому зомбарь довольно-таки сильный саппорт, особенно то, что он довольно-таки жирный, отнимает еще силу, по 4 силы. Так что он довольно сильный. Огр-маг взят, кстати говоря. Огр-маг, у него хорошие станы, в общем-то. Плюс дамаг очень большой, там 325 дамаги делает он. Не, ну скорее всего тут будет вайпер все же чисто мид, хотя... Нет, а может быть будет и по-другому, ребят. Сейчас посмотрим, потому что... По сути, должен вайпер был мид. Потому что у него есть яды, он просто дестройер, тупо ядом может прижачивать очень сильно за счет ядов. Но, если так рассуждать, но пропит, пропит может тоже мид стоять, тогда вайпер с триплой, то есть огр и унник, точнее, извиняюсь, огр взяли тут, то есть вайпер, огр, висыш, получается висыш как кэрри идет у них. Ну я не знаю, сейчас посмотрим, просто такой пик униз, очень такой V-образный, можно сказать. Считаю, у них есть пропит, у них есть огр и маг, есть висыш. Есть зомбятина с вайпером. Вайпер, как кэрри, если идет, то, скорее всего, он будет с висенжем идти и огром. То есть, пропит будет мид, а зомбятина будет соло, что ли, стоять. Так, что ли, получается. Потому что, если берем команду Радиантов, то у них тут и Разор, Алина и Никс. Никс с Линой будет 100% стоять, и, скорее всего, будет Разор стоять вместе с ними. Вивер будет это, соло харда, и Дестройер будет мид. Это 100%. Потому что лучше триплы нету. Потому что сначала Никс под фоп, потом Лина стан и все. Особенно если еще статик Линка наложенный от Разора, то это все. Это ГГ. Сразу героя. Пока он высасывает дамаг, считай, перекачивается в Разора. Потом он наносит этот же дамаг, считай, с увеличением по этому же герою. Считай, два стана. Плюс потом Драгон Слайер. Ну да. Очень неплохая связка, кстати говоря, у команды Radiant. Ни хрена себе. Да. Мы ничего не видим. Тут команда Radiant сюда пикает, пикает. Непонятная. Разор стоит. Стоп харда.
Вивер стоит. Стоп, у нас получается Вивер в трипле будет стоять, то есть Лина, Никс и Вивер, но это неправильно, у Вивера есть инвиз, его надо на харду было отправлять. А вот Разор может очень больно оказаться на харде, если трипла будет стоять. Ха-ха-ха, так себе спалено делается. Вы видели, ребята, что творит у нас команда Дайер? Команда Дайер, что творит она? Она забирает Рошана. И команда Рейдин остается без Рошана. Вот это супер! Вот это просто мега игра. Роша взят на, в общем-то, на нулевой минуте практически. Команда Рейдин там, наверное, в шоке. Говорит, какой Роша? Откуда они вообще Рошу взяли? Теперь Аегис. Посмотрим, у кого вообще есть. У ВРочки Аегис. Нет, у Зомбаря Аегис. У Огра хоста, и тут идут, в общем-то, в атаку. Понемножку. Вайпер мид, как я и говорил. Фурион лес. Лина тоже тут трипла, да, Висыш, Огр. Трипла. И Фурион будет соло топ держать. Плюс Аегисун Зомбаря, который, в общем-то, воскресит его с фулманой. Стоп, я что-то перепутал. Лина, Никс, да. Огр, Висыш. Зомбарь. Как-то странно, а где кэрри у них? Кто? Или висыш кэрри? Вообще непонятно. Фармит саппорты быстрее. Берут мягкую давить. Не, ну гляди, тут, если по сути, если рассказать, то висыш идет как кэрри, зомбарь будет пожирать просто, и огр стан дает. То есть замедление, сначала стан, потом замедление, понижение силы, и потом будет сопля от висыша. И просто добивать будет. Тем более Лина очень тощая. Это самый первый фраг будет, скорее всего, для Висажа. Потому что у нее всего лишь 400 хп. Сейчас еще меньше стало, потому что минус 4 силы плюс дамаг нанесся. Только что от зомбаря. Получили каждый, кстати, по 200 голды. Да, по 200 голды каждый из сторон, ой, каждый из героев получил, плюс опыт за Рошу. То есть один получил сразу третий левел на второй минуте. Второму. Первый левел. Да, Дайеры очень хитро поступили. Я так еще не стримил ни разу такие игры, когда Рошу забирают команды в СМах сразу. Опа! Пропита Разор забрал. Ой, сейчас Разор тоже может упасть от Трентов. Сейчас Тренты пытаются, надо Трентов расконтролить. И просто не получается. Нет, не получается. Остается 8 хп. 8 хп у Разора. Тренты не догоняют. Если Трентов можно было по 2 штуки разъединить, надо было вот так вот расправлять их. Тогда бы они бы убили Разора, но не получилось. Фурион послал их в одну сторону, а Разор назад пошел. Из-за этого только один Трент смог зацепить это. Да. Прикольненько. Конечно, Фурион немножко рано сагрился на Разора-то. Можно было чуть-чуть подождать. По крипстату у нас 13 крипов у Вайпера. Давайте мид, кстати, посмотрим. Да, тут у Вайпер очень сильно прессует. 12 на 5 у Дестройера, 10 на 4 у Фуриона, 10 на 2 у Вивера. Жучки рулят. Ой-ой-ой, Аегис, только что зомбаря убили, он резнулся с Аегисом. Ой-ой-ой, сейчас умрет Лина, умирает Огр. Размен 2 в 2 произошел. Даже 3 в 2, потому что зомбаря тоже убили. Но потеряли Лину. Еще кто-то умер, сейчас посмотрим, кто это был. Дармак. Позор. Ундик, да, Никс, еще Никс убили. То есть только Вивер один уцелел, получил опыт. Пропустили фраг, конечно. Так, ну ладно, перейдем на мид, где нам и положено, в общем-то, быть. По жизням, в общем-то, пока что преимущество у Вайпера, потому что яды очень сильно бьют Дестройера. Потому что яд прокачан на 2. И просто сейчас будет его ядом очень сильно бить. Так, у Разора тут. Так, у Фуриона у нас будет Мидас. У Разора тапочек, базилка. И, скорее всего, это фазы, да, это фазы делается Разор. Разором Тэш. Так, у Дестройера у нас Талисман. Транквилы.
Вот так. Что у нас вроде? Вивера Тангусик будет. Сейчас, скорее всего, это у нас будет Базилочка тоже. Прикольный, кстати, сет у Вивера. Очень красивый довольно-таки, да. Очень красивый сет. Сейчас должен был Огр маг делать стан, но не получилось. Вивер чуть-чуть раньше ушел. А если бы все же Огр застанил, то было бы очень больно. Замедление, и Вивер снова уходит под инвизом, под хостой. Просто убегает, чтобы его не убили. Так, что у нас тут? Ну, еще 2-3. Ой, так, 2-3. Не понял. Что-то мы опять пропустили. Ладно, давайте следить за главными медерами, а там уже от медеров эти будем уже остальные фраги смотреть, потому что за всеми фрагами не угонишься. Главное, тут будут делать ганги медера, то есть будет вайпер потом на ганге ходить, то есть у него уже есть бант. Это будет или ПТ, или фазы. Так, Фурион тут понемножку пушит, кстати говоря. У Разора появляется облачко с молниями, которым он будет потом сжигать. Да, тут очень неплохой пуш идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Дестройера завалили. Вайпер очень сильно покосил его. Вайпер полуубит и пытался уйти. Появляется Фура. И просто добивает Дестройера сзади, со спины. Как не по-честному он поступил. Из ниоткуда взялся, да еще так. Так, давайте по киллам посмотрим, что получается вообще. Восьмой по уровню. Восьмой вайпер, Фурион восьмой, Разор седьмой, Дестройер шестой, пятый Ундик, Висыш, Зомбарь. По убийствам. У Зомбаря два убийства, у Фуриона два убийства, у Разора одно убийство, у Лина одно убийство. Ну, блин, седьмая минута, сейчас голду вообще смысла нет, но уже по голде у Нисов плюс 3000, то есть у дайеров. И плюс 3000 опыта, это за то, что они, на, считай, на нулевой минуте убили Рошу. Дайеры. Команда Нис. Так, тут вайперы закрывают. Сейчас произойдет, мне кажется, замес на боте. Тут Никс, Лин и подходит Разор. Тут их четверо. Вивер, Лина, Разор, Никс. И сейчас, мне кажется, будет замес. Очень большой замес на боте. Фурион тут пропушивает тауэр. Делает крипов, трендов. Маленьких трендиков. Которые сейчас уничтожат башню. И, скорее всего, Фурион сейчас партнется тоже на топ. Или пойдет дальше пушить. Скорее всего, сейчас будет небольшой пуш, и когда уже тут будет Мочилова, Фурион где-нибудь вот тут вот партнется, а потом как-нибудь сюда зайдет, или вот тут партнется сюда, и потом уже сюда зайдет. Ну, это мой анализ на будущее игры, но может быть все пойдет по-другому. Да, вот он, Фурион портуется. Ой-ой-ой, Висер же очень больно. Тут стан прошел, Висер же забирают. Да, висы же забрали. Сейчас могут забрать еще Ундинга. Минус Зомбарь. Минус Разор. Счет 1 в 2. Сейчас Огр... Нет, счет 1 в 3. Вивер сейчас может тоже умереть. Нет, Вивер уходит. Фурион тоже сейчас может упасть. И счет 4 в 1. Ой, Огр появляется. Прессует Лину. Лина дает стан в никуда. У Огра пока что КД на стане. Висыш тоже под прессовывает. Сейчас можно Огра снова потерять. Нет, Огр убивает Никса. Идут за вайпером. Вайпер делает ульту. Какой вайпер? Блин, Вивер, ё-моё. Что со мной сегодня вообще? Уничтожается Вивер. Вайпер на миде. Висыш уходит, и статик линком высасывается дамаг из Висыша, и потом его, в общем-то, сзади этим же дамагом и уничтожили. Извиняюсь. Заговорку. Что-то у меня сегодня опять Денис сдался. Зомбарек.
Зомбарек собирает меку. У Никса Сайтина пока что непонятно что. Куча вардов. Все дела. У Вивера Magic Wand, Аквила, тапочек. Вайпер. Вот как раз-то Вайпер. Блин, все жуки. Один крылатый жук, другой не крылатый жук. На одну и ту же букву начинается. Жесть просто. Это Вивер, тот Вайпер. Как их не перепутать? Один ползает, другой летает. Как-то так. По киллам мы видим. Возвращаемся в счет добитого Отина. Кстати, у нас был замес. Можно посмотреть, сколько по голде стало. Плюс 4100 удаеров. Каким образом? По опыту плюс 1000, плюс 3000. Вот замес вроде проигранный, да? Счет 8-8. Был размен такой жесткий. И все равно каким-то чудом также. Ой-ой-ой-ой, сейчас зомбаря забирают. Сейчас могут Висаджа еще забрать. Сейчас стан будет. Карапаси? Нет, Карапаси в отказе. И Висадж просто делает первый скилл. И на нем высасывание скорости атаки врага и уходит на нем. Огр падает. 2 в 3 размена. Вивер пал. Пал Разор. Со стороны Нисов пал Зомбаль. Также пал Огр и Фурион. Ну, пока что, в общем-то, я даже не знаю, как сказать. Вроде преимущество такое у Рейдентов, но все равно, вот замес опять прошел, все равно, наверное, да, плюс 2000 стало. 1000 потеряли по опыту, и в общем-то, чуть-чуть 800 голды потеряли по золоту. Команда Дайер. Сейчас, наверное, пропушится Тавр уже. Нет, тут еще не скоро. Ну, Фуриону можно зато спокойно пушить по чуть-чуть вот эту часть, проходить к Т2 вышки на боте у Рейдентов. На топе. На боте сейчас будет замес. Не, у Радиантов сильный пик, я в самом начале сказал, потому что у них очень сильная, как у трипла. Потому что... Ой, Дестройера только что опять забрали на миду. Потому что Лина, это, Никс Ассасин и в общем-то, Разор, который высасывает дамаг, это очень сильно. Не, ну разница большая. Один ядлом бьет, другому инвиз уходит. Поэтому, в общем-то, меня же потом казнят за неправильное произношение своих же зрителей. Так что, ребята, Вайпер, Випер, Вайпер и Випер все же разное. Тут, да, сейчас будет снова замес на боссе. Очень большой. У Вайпера, кстати, появляется уже 11 левел, у него ульта на 2 прокачана. Огр дает ему усиление скорости боя, скорости передвижения. И начинается сноситься башенка. Висаж же летает с фамильярами, пока что фамильяров не тратит, кстати говоря. Появляется Разор. Подтягивается Лина, подтягивается Никс. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Только что Никса просто соплей уничтожили. Там очень сильный дамаг прошелся от Висаджа. Еще одна сопля, и это минус Разор. Ох, какое зверство. Вивер зажимается в деревьях. Идут все на Лину. Минус Лина, минус Разор, минус Никс. 3-0. 3-0 делают дайеры. Хорошая игра, очень хорошая игра. И сейчас носится Т1 на боте. Да. Тут у них Висаж идет как чистый кэрри, как я понял, он даже не вспомогательный, он идет чисто как кэрри, у него медалька. Немножко вардов, конечно, и скорее всего сейчас будет уже Аганим будет делать Висаж, или что-то другое, что-то на дамаг, потому что Вайпер один как кэрри не затащит 100%, потому что Разор, по сути, намного сильнее кэрри эти расфармится, чем, в общем-то, Вайпер и Висаж, поэтому у Разора тут больше преимущества. Как у Кэрри. Дарскай тут фармит. Дарскай фармит на Вивере. Понемножку. По крипсату 61 на 6. 58 на 11 для Дестройера. У Вайпера 58 на 10. 41 на 5. У Зомбаря. По убийствам 5 на 3. Забирается только что дайерами Рошан. Второй Рошан за эту игру на 14 минуте уже забирает второй Рошан. Дайеры сегодня просто буйствуют у нас. Команда Низ очень хорошую игру показывают. Очень. Очень-очень хорошую. Поэтому.
Они продолжают пушить по миду. Идут по миду, ничего не боятся. Тут дестройер один сидит. Дестройер может сейчас влететь. Нет, вайпер пролетает дестройера. Дестройер видел и сейчас пытается убежать. Ой-ой-ой. Ой, ульта попала вайпера по Лине. У Лини меньше половины хп. Еще одну тычку бы сделал бы вайпер, если бы ее не закрыли, бы он убил бы Лину. Один вайпер просто одной ультой и одной просто двумя выстрелами чуть-чуть не убил Лину. Бедная Лина, как ей плохо. Как можно рыженьких не любить, а? Тут присутствуется Т2. Сейчас, наверное, уничтожится Т2 за счет фамильяров. Главное, фамильяров не отдать команде Radiant. Иначе это плюс 100 голды за каждого фамильяра, который будет играть. Ой, хороший стан от Огар мага. Так, Лина дает стан по двоим, по вайперу и по висаджу. Так, дайры уходят, Разор стоит у нас так на топе потихонечку. Лина, Никс и Дестройер на миду. Фурион тут прессует, дайерский очень хорошо. Сейчас пойдет на Т2 на боте и очень даже... Нет, Вивер пытается задефить. Сейчас Вивер, может быть, даже Фуриона что-нибудь сделать. Фуриону плохое. Как поется в песне, чтобы такого сделать плохого. Да. Но Фурион уходит. А Вивер не хочет лететь дальше. Не агресса. А вот команда Дайер очень себе агрессивно чувствует. И идет на Т2 уже на топе у Рэдиантов. И сейчас будет минус Тауэр еще один. Это еще... Голды куча навалится, вайпер убивает Лину и у... Блин, у вайпера Аегис потерян, но вайпер выживает и просто сносится Т2. Очень-очень хорошая, очень активная игра от Нисов. Очень много дамаги реализуется, особенно 2 Роша, это очень-очень много опыта. Давайте по деньгам, плюс 10 тысяч по деньгам у дайеров, плюс 5 тысяч по опыту. Сейчас будет еще плюс куча голды. Да, плюс 11 тысяч уже по голде. Вайпер ставит паузу. Дайеры хороши. Очень хороши. А вот что-то рейдинты слабизну дали. Надо им тоже как бы пора контратаку делать. С разворота. И ногой. По черепушке. Делается пауза и ждем игру. Не, но все же у Вивера очень хороший сет. Мне честно говоря, очень даже нравится. Видите, какая-то у него глазки такие типа светятся. Я не знаю, это мышцы у него, я не знаю. Панцирь и глаза там где-то маленькие расположены. Не знаю, ну понтовый сетик. У него тем более усы вроде с другого совсем сета, да. А, руки. А вот голова вот с нового, который вышел, если не ошибаюсь. И тут еще что-то есть. Не знаю, я Вивера, конечно, не очень так-то сет. Но прикольный. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Висы что же? Ждем. Наркоманы такие наркоманы. Да уж. Да даже надо было на нулевой минуте забрать Рошу, потом на 14 минуте забрать Рошу. Да, Роша еще не скоро будет. Так что будет очень интересная игра.
Так. Ну, у Дестройера появляется мека. У Дестройера? Зачем? Саппортов? У них два саппорта, да. Никс и Лина. Дестройер покупает меку. Дестройеру надо куча-куча просто интеллекта. Хотя, с другой стороны, он очень хорошо фиданул Дестройер. 0-4, да, у Дестройера, да. Да, у него ни одного килла нет, он как бы, поэтому он ушел в саппорта. Потому что лучше он будет саппортом, но не будет фидить. Пока что другие герои качаются, игроки с команды Radiant. Команда Dire тут заходит. Так, у Вайпера появляется Аганим. У Зомбаря появляется Худ. Это очень хорошая защита магическая будет. У Зомбаря. Может быть, мы еще увидим Блэкмейл или что-нибудь другое. Потому что вчера очень сильно, я помню, в какой-то игре у Зомбаря был Блэкмейл. Он просто всю игру выиграл за счет Блэкмейла. Очень хорошая игра у Зомбаря была. Так, идут на Т2 на боте. Последний тауэр, который вообще остался у Радиантов. Очень хорошо фамильяры пропушивают за счет скорости 0.41 атаки. У них очень большая скорость атаки. Поэтому пуш очень обильно идет у Т2. Да, минус Т2 на боте. Остались только башня Т3, которая около казармы. И Т4, которая охраняет трон. Надо уничтожить трон, и будет миссия выиграна. АСД, конечно. Ну, не знаю, можно было бы получше. У них очень хороший пик, конечно, у Радиантов был. Считает, репа очень, очень эффективная, но что-то им не хватило, что-то пошло не так. Тем более Вивера надо было на харду ставить, а Разора надо было на бот ставить. Тогда была бы намного лучше игра. Ну, не знаю, почему они Вивера все же оставили на боте в трипле. Это не... Ну, неправильно, я думаю. Потому что у Вивера больше шансов было бы, когда он в харде стоит, за счет того, что у него есть хоста, за счет того, что у него инвиз в этой хосте есть. Он просто... Там бы жил бы, никто ему не мешал. А Разор, что, стан? Точнее, статик линк, потом стан, потом лины стан, и потом дамагом. По-моему, намного лучше было бы. Но это мой анализ. У каждой команды свои заготовочки, поэтому будем смотреть именно их. Замедление Виса же сейчас убили Зомбаря. Делается ульта Вайпера на Никса. И сейчас Никс откатывается. Вивер убегает. Разор убегает, Лина убегает, Фурион фармит в лесу. По голде уже плюс 15 тысяч, плюс 7 тысяч по опыту. Разор 5-4 по киллам. Ой, извиняюсь, что-то я не тыкнул. 5-2 у Висаджа, 5-4 у Разора. 3-2 у Вайпера, у Лины 3-3. По уровню героев. У Фурион 14, у Вайпера 13, у Дестройера 11, у Разора 11, у Огра 11. По крипам у Фуриона 111 крипов, у Дестройера 88 на 11 у Вайпера, у Зомбаря 55 на 5. Потом идут как раз-то Разор 54 на 3 и Вивер 52 на 14. Ну... Вернемся обратно в убийство, потому что, в общем-то, смотреть там больше нечего по крипам. Сейчас уже 20-я минута игры. Через минут 15-20 уже надо выкупы будет смотреть. Потому что игра уже будет затянутая довольно-таки. За уши поднятая. Но вообще, у Нисов, как я понял, очень такой пик был специально, чтобы для быстрого выигрыша. То есть, чтобы они вначале немножко расфармились, а потом просто ганги. Потому что... Если Разору дать расфармиться с Дестройером, Радианты выиграют. Им нельзя дать это преимущество, и нужно как бы и пофармить побольше, и в то же время не дать расфармиться Разору с Дестройером. Иначе ГГ будет уже Дайером, и у них начнутся башни падать. Но пока что у нас все башни живы у Дайеров. Все до одной. На боте, на топе, на миде даже, как ни странно. На миде чаще всего даже на первой башне падает. Тут очень хороший, так, Разор покупает барабаны, у Вайпера появляется уже талисман, из которого будет делаться бабочка, у Зомбаря мека, аркан боты, он делает пайп, Зомбарь,
У Огра ПТшечка, барабанчики. Так, кого еще? У Висаджа арканботы, медалька. И тут делается, вроде начался делать аганим. Да, потому что появляется плюс 10 дамаги, плюс 10 к интеллекту. Так, сейчас появится уже вот это существо. И, мне кажется, будет его забирать. Да, у них хороший пук у Нисов. У Нисов очень хороший пуш, потому что за счет зомбарей, за счет висажей. Поэтому надо и сейчас у Нисам не отдать преимущество и просто раскушать хорошо. Потому что если они сейчас прогадают. А да, у Рейдентов чистый лейт, я не спорю. Поэтому кто выиграет, пуш или лейт, это уже будет сейчас выясним. Но пока что очень большое преимущество у дайеров, особенно по голде. За счет голды, мне кажется, скоро хексы появятся такими темпами. Так, Фурион тут фармит в чужом лесу. У Фуриона есть некроли. Книжечка третьего уровня, нифига себе. Плюс Лотар, плюс Базилка, плюс ПТ, Медас. Ну, у Фуриона все хорошо. У него очень все хорошо. Он сейчас трентов сделает, вызовет книжечку некролей. И все, и пойдут на спокойненько. На Т3. Или еще куда-нибудь. Потом Вивер пробежится там или будет стан массовый. Уничтожится некроль красненький. И минус половина хп Виверу будет. Или кому-то, кто его убьет. Если синего убить некроля, то у тебя мана высосет. Ну, все просто. Угу. Ребята, убивается третий Рошан. У него меньше половины хп. Очень хорошо уходит. Очень-очень хорошо. Ой, какой. Просто его там замесили. Берется третий Аегис, выпадает сыр. Сыр забирает зомбарь. Аегис у кого? Аегис у Фуриона почему-то. Странно. Не проще ли было бы отдать, не знаю, вайперу Аегиса, а Фуриону сыр? Потому что сыр как бы восстанавливает фулл хп, фулл ману всегда. Главное ее нажать. А вот вайпер, он все же как кэрри единственный. Мне кажется, все же надо было Аегис давать. Тем более у него еще и гем. Тут что-то какие-то высказывания. Со стороны Рейдинг Дайером мы их читать не будем, потому что это нас не касается. Тут хорошая ульта полетела в... Кого она полетела? Да, это Вивера. Ой, как больно Вивера. Ульта бьет. Половина хп снесла. Если сейчас стан будет... Ой, стан проходит по Виверу. Минус Вивер. Замечательно. Вивер выкупается. Дается вайперам ульта по линии. У линии тоже половина хп. Так, замес. Тамба ставится. Тамба? Где тамба? Тамбы нету. А, вот тамба стоит. Да, сейчас зомбари всех атакуют. У них минус Разор. Минус Ассасин. Минус Лина сейчас может быть, да, минус Лина атакует Некроли, атакует, Фурион паркуется. Лина дает стан по Фуриону, но и Лину все равно забирает. И это, мне кажется, GG. Надо писать команды. Команде Radiant. Так, сносятся бараки в удаленном городке. Минус один, минус второй. Бараки в удаленном городке. Так, я только что всех уничтожили героев. Так, хороший стан в никуда. Просто замечательный был стан. Вайпер дает по линии ульту, минус Лина. Никс уходит под ультой, чтобы его не убили. Вивера очень сильно прессует. Сейчас будет ульта от Вивера. Он возврат во времени. Ой, Дестройер прячет Вивера. Но все равно сейчас Вивера могут убить. Вайпер делает снова ульту уже на Разора. Разор очень сильно прессует. Ой, как больно Разору. Меньше половины хп снесло. Что творят дайеры? Какая замечательная игра. Ой-ой, Никса нашли. Случайно нашли Никса.
Dark Sky пишут GG. И команда NIS выигрывает. Поздравляем команду NIS. Молодцы, команда.